Всем привет! С вами канал Пентат Плюс. Во всех водах земного шара, будь то океан, море, озеро или река, обитает большое разнообразие живых существ. Всего в 20 метрах ниже поверхности Тихого океана, среди островов Индонезии, обитает смертоносный хищник, настоящее чудо природы, чей внешний вид достоин голливудского блокбастера. Амбонская скорпена. Ее экстравагантную внешность просто нельзя не отметить. Эта лучеперая морская рыба из семейства скорпеновых совершенно не умеет нормально плавать, потому и передвигается по дну с помощью больших плавников. Ее легко опознать по огромным специфическим наростам над глазами. Скорпена меняет цвет для идеальной маскировки во время охоты на креветок. Однако, если добыча пришла из скорпени не по вкусу, она ее тут же выплюнет. Есть теория, что за миллионы лет внешний вид этой рыбы эволюционировал в соответствии со специфическими условиями ее места обитания и принял такую причудливую форму. Все тело морской модницы покрыто большими наростами, за которые цепляется весь донный мусор. Когда скорпена чувствует угрозу, она поднимает ядовитые шипы, которые расположены на спине, голове и вокруг глаз. Укол этих шипов опасен для человека, и если при виде такой красивой экзотики незадачливый ныряльщик случайно получит укол амбонской скорпены, увы, останется только пожалеть этого беднягу. В течение короткого времени яд из иголок этой рыбы парализует жизненно важные функции организма, и конец может быть фатальным. Местные жители, конечно, знают об этой рыбе, а вот туристы далеко не всегда соблюдают осторожность. А зря. Мировой океан не любит шуток. Возможно, лишь в том случае, когда создает своих невероятных существ.